До нас сьогодні завітали Сергій Стужук, регіональний координатор Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області, та Світлана Перебийні, представник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області. Вітаємо вас. Доброго дня. Хочеться в першу чергу розказати, що ж це за посада, така Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Давайте, Світлана. Взагалі, Уповноважена Верховна Рада України з прав людини, згідно нашої Конституції, це така уповноважена особа, яка здійснює конституційний нагляд та контроль за дотриманням прав та свобод людини в Україні. Які функції ця людина виконує і що має робити за правилами? Ну, також, окрім Конституції, у нас є спеціальний закон про уповноваженого. Відповідно до нього у нас є дуже багато повноважень. Це моніторинг дотримання прав та свобод, це складання протоколів про адміністративне правопорушення до деякими категоріями справ, це відвідування місць свободи і тому подібне. Тобто листування з органами державної влади. Наше основне завдання – це зробити так, щоб громадянин, який звертається до органів державної влади, отримав відповідь на своє запитання. Як саме можуть громадяни нашого міста, нашої області звернутися до вас і дійсно на практиці спробувати всі ці функції? Світлана, теж скажіть, я вже додавлю. У нас також ведеться постійний прийом громадян. Я веду прийом громадян у 2-му Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це Космонавтів 61, кожен вівторок з 9 до часу дня і кожен четвер з 13.00 до 12.00. Відповідно, також у нас є електронні засоби зв'язку, телефон, тому якщо є якісь термінові питання, ми завжди дамо на зустріч нашим громадянам. Також Сергій Васильович також веде свій особистий прийом, зараз він про нього також нам розповість. Большая морская 70, п'ятниця з 2 до 18 часов. Ну, кроме того, є телефони на сайті і обращаться можна в любое время. И реакция будет соответствующая. Это не значит, что мы только в это время защищаем права человека. Есть телефоны, как Светланы, так и мои. И если есть такое, знаете, срочное вмешательство в ситуацию, то мы работаем круглосуточно в данном случае. Я хотел бы для наших зрителей еще, знаете, как говорится, с юридического языка перевести на простой, чтобы было понятно, чем же занимается. По большому счету, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека – это человек, который защищает права и свободы людей. Он находится в Киеве, он не может быть в разных местах одновременно. Украина очень большая, и, к сожалению, сегодня у нас еще есть очень большая необходимость в защите прав и свобод человека. И для этого есть институт представительства. Региональные координаторы и региональные представители находятся на местах. Но в данном случае в Николаеве это мы со Светланой. И для этого мы как являемся как рука, как уши и глаза уполномоченного. Мы никак не самостоятельно, прямо единица работаем. Мы работаем с той точки зрения, насколько это видит наш уполномоченный. Сегодня это у нас Людмила Денисова. Она является уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и обладает очень мощными полномочиями. И главный момент, мы не защищаем юридических лиц, мы не защищаем какие-то чиновничьи интересы. Исключительно физические лица, обычные люди, которые нету юристов, которые предприятия, которые защищают, нету, возможно, какой-то квалификации. Самое главное, есть люди, которые, как Светлана уже сказала, находятся в местах несвободы. То есть люди, которые ограничены не только в движении, но и в своих правах. И здесь как раз, возможно, это чуть не единственная институция, которая реально на деле может защищать права человека. Поэтому мы обделены полномочиями уполномоченного, прости мне эту тавтологию, беспрепятственного прохождения в любые места несвободы, без предупреждения этих учреждений. И с прохождением со всеми вещами, которые мы считаем необходимыми. Это, скажем так, средства фиксации, это фотоаппараты, это блокноты, это телефоны. Чего лишены даже представители правоохранительных органов. Потому что сегодня у нас права человека поставлены в разряд очень важных вещей. И маленький момент, это не только тюрьмы. Это не только колонии, это не только СИЗО, полиция, СБУ, прокуратура, что обычно считается. И также такими местами несвободы, назовем так, у нас в ранжире, под мониторинговым контролем являются еще гериатрические интернаты для пожилых людей. Это интернаты и спецшколы для детей, для людей, которые имеют инвалидность, для людей с инвалидностью, если говорить юридическим языком. Вот
люди, которые не могут сами защитить, для этого и есть такие представители, как мы. Мы работаем от людей, и мы работаем, информация, если приходит нам с Киева. Це одна з особливостей, що ви маєте змогу і права на вільний доступ до будь-яких місць з будь-якими засобами допомоги. А ось у чому ще відрізняється ваша робота від роботи звичайного юриста? Наша робота заключається в тому, що ми більше захищаємо права громадян не з юридичної точки зору, так, а захищаємо їх права, наприклад, на звернення, так, на публічну інформацію. Тобто ми фактично, хоча є по суті є державним органом влади, так, тому що секретаріат уповноваженого – це також орган державної влади, але ми, в принципі, завжди стоїмо дещо так на противагу іншим органам державної влади і в основному захищаємо саме права людей від того, щоб там органи державної влади, наприклад, не виконують свої обов'язки, так, або там дещо не знають вони, наприклад. Ми звертаємо на це увагу, намагаємося наладити контакт. У нас є також така функція негласної медіації, тобто ми виступаємо як переговорник між громадянами, якого виникла конкретна проблемна ситуація з конкретним органом державної влади, і спілкуємося з органом державної влади, відповідальною повноважною особою, для того, щоб цей конфлікт улагодити. І, відповідно, якщо, наприклад, стосується це місцеї свободи, тобто у нас є більше можливості особисто поспілкуватися з кожною людиною, яка там знаходиться, так? Виявити її проблеми і потім вже до адміністрації прийти з конкретними, там, наприклад, зауваженнями чи конкретними пропозиціями того, щоб ефективно вирішити проблему конкретної людини. Я думаю, що це дуже корисна функція саме для звичайних людей. Чи дійсно кожна людина, кожен житель міста та області може у будь-який час до вас звернутися із проханням про допомогу? Звісно. Скажем так, есть, кроме того, что есть места, где мы принимаем, есть телефоны мобильные. Более того, если человек считает необходимым или более срочным обращение, он может обратиться на горячую линию уполномоченного. Он может обратиться не только к нам, он может быть в обычный письменный вариант обратиться туда. Хотлайн, то есть горячая линия, это просто на сайте Уполномоченного Верховной Рады по правам человека есть для заявителей, где сразу человек вбивает нужные данные, это уже обращение. Уже он регистрируется, уже идет реакция на этот момент. И в данном случае мы же прекрасно понимаем, что ни один юрист не может знать всех законов, тем более нашей страны, как они часто меняются. Поэтому есть у уполномоченного в Киеве, прямо возле Верховной Рады, целый секретариат, где есть специалисты во всех областях, узкой специализации. И там любой момент, если вдруг на места мы что-то в какой-то области, может быть, нам не нужны какие-то более глубокие знания, для этого есть эти специалисты. Я хотел бы еще сказать, что очень важный аспект, отличие от юристов, как вы сказали, это все-таки санкции. То есть мы не просто защищаем так, знаете, как общественный деятель, да здравствует и вообще, с транспарантами и так далее и тому подобное. Мы как раз и являемся тем, знаете, не государственным органом, как бы, в кавычках, мы ближе всех к общественности, потому что мы многие мероприятия проводим вместе с ними, это раз. И во-вторых, сегодня идет большая проблема обращения граждан. То есть граждане обращаются в органы власти и управления, обращаются в другие органы и не получают ответов. Получают неполно, либо не вовремя, когда уже нет необходимости. Сегодня очень большая проблема. Так вот, представителю уполномоченного, в данном случае это Светлана, вроде бы замечательная, очаровательная девушка, она имеет сегодня рычаг, скажем так, от уполномоченного реагирования на серьезных людей в органах власти и управления. Она составляет на них протоколы, если они неправильно, согласно закону, действуют в этом направлении. И чтобы у нас очень много новых должностных лиц, ОТГ, то есть территориальные громады, ну и даже, я вам скажу так, горисполком, горсовет, облсполком, точнее, облгосадминистрация и другие органы злоупотребляют иногда своими полномочиями и не дают вовремя информацию. Поэтому я хотел бы обратиться, у нас в секретариат как раз вместе с Центром демократии и права будет проводить тренинг для этих людей, чтобы они могли, если они действительно хотят выполнять эти права человека, могли знали, как это правильно сделать. Поэтому я сейчас обращаюсь к представителям власти и управления, у нас будет проведен тренинг. Он будет проводиться 21 числа с 10 до 17.00 в центре местного самоуправления на Адмиральской 24. Пожалуйста, зарегистрируйтесь и приходите. У нас это мероприятие абсолютно бесплатное. Если люди приезжают из областей Украины, для них возмещается этот проезд. То есть вместе с секретариатом Уполномоченного Верховной Рады Украины, вместе с Центром демократии и
центром местного самоуправления проводится это мероприятие, которое очень важно. Люди будут знать, как правильно действовать. А если они не будут правильно действовать, будет соответствующая реакция. Очаровательная Светлана Беребинос придет к ним и мягко, красиво привлечет, это создает протокол, после чего в суд будет направлено. Вот так. А ось наскільки активно до вас звертаються громадяни? Наскільки вони знають, що у них є така допомога, яка дійсно буде захищати їх права? У нас звертається дуже багато громадян, звичайно. Звертаються не лише на особистому прийому, а телефонні дзвінки. Також у нас є скайп, там зв'язок, якщо, наприклад, людина проживає в районі міста. Ми також намагаємося якось анонсувати нашу діяльність, як, наприклад, сьогодні, так, виступати на телебаченні, того, щоб люди більше знали про нашу діяльність. І, відповідно, також на сайті уповноваженого, якщо, наприклад, навіть вбити у Google захист прав людини, перше посилання це саме уповноважений Верховної Ради з прав людини, і там всі наші контакти, тобто ми абсолютно в контакті та доступні для будь-якого громадянина України. З яких причин в основному до вас звертаються миколаївці? От зараз наші телечі дивляться і думають, можливо, моя проблема не варта того, щоб дійсно турбувати уповноважених з Верховної Ради України з прав людини. Можливо, моя проблема не варта саме розгляду. Чи дійсно навіть щось маленьке, якась маленька проблема варта того, щоб ви на неї звернули увагу? Ну, можемо розглянути, наприклад, на прикладі. Так, до нас дуже багато звертаються особи пенсійного віку, що їм не перераховують пенсію. У першому випадку, наприклад, якщо їм просто не перераховують пенсію, так, вони звертаються до нас, ми не є органом, на який покладені функції перерахунку пенсії, відповідно. Але якщо в них вже є листування певне з пенсійним фондом, там, з районним відділком, з обласним відділком, чи там вище, наприклад, їм не дають конкретну відповідь на конкретні запитання, тоді також це вже до нас, тому що це є певний закон про України про звернення громадян, люди звертаються до пенсійного фонду, але відповіді на свої запитання конкретні вони не отримують. І це ж відповідно наша компетенція. Тобто, якщо ви звертаєтеся, наприклад, до органів державної влади постійно систематично, ви знаєте, що, наприклад, вони там порушують строки, терміни. Це доступ до публічної інформації, це 5 робочих днів повинна надати відповідь. Закон України про звернення громадян це 30 днів, місяць. Відповідно, якщо ви бачите, що ваше питання ніяк не вирішується, так, що орган державної влади там не знає, коли вони надають вам відповідь, тобто не відповідає вас, ігнорує. Відповідно, це вже на нас. Ми приходимо, проводимо перевірку. І окрім того, особливо важливо те, що ми не лише метою не лише є притягнення до відповідальності якесь. Ми завжди поновлюємо право людини. Якщо інформація не була надана неправомірно, ми змушуємо фактично орган державної влади надати цю інформацію у повному обсязі для громадянина. А ось чисто просто за якоюсь порадою юридичною можуть до вас люди звернутися, якщо вони знаходяться у непростій ситуації, не знають, що їм зробити. Можете зателефонувати на вашу лінію і сказати, в мене така-та проблема, що мені робити? Знаете, я хотел бы сказать, что наши граждане, они зачастую бывают, не имеют юридического образования. Он не знает, нарушается это его право, как оно называется, и какой орган должен восстановить его, может ли обратиться. Поэтому у нас нету такого, что человек обратился, и, пожалуйста, защитите мои права. Ты что, дурак, ты не разбираешься в этой ситуации, это же такие-то нормы. Мы прекрасно как раз понимаем, для этого и создан этот институт, чтобы обычные люди, которые не имеют ни юридического образования, возможно, они не ориентируются в этом. Они впервые, может, в жизни столкнулись с тем, что нарушаются их права, они хотят срочно их восстановить, и реально душа болит. Поэтому они обращаются. И бывает так, что люди обращаются, это не совсем наша компетенция. Мы не консультативный орган, но мы восстанавливаем права человека. Мы всегда можем что сказать? Сказать человеку, куда нужно обратиться. Какие органы? Совершенно верно. А и чтобы было понятно, я хотел бы все права человека мы не сможем перечислить за время передачи, но я хотел бы основные блоки сказать, в которых они... Это, во-первых, социально-экономические права человека. Это защита персональных данных, вот что сегодня еще не звучало, потому что у нас часто бывает, еще с Советского Союза привыкли, что любую фамилию можно написать и дать. Да, нет. Без права человека, только в очень узких моментах разрешается этот момент. Поэтому мы защищаем эти права человека. И также, если вдруг они нарушаются кем-то, то реакция – это в полномочиях омбудсмена составлять протоколы. И Светлана как раз – тот человек, который беспокоится об этом, чтобы никакие данные, ни фамилии, ни данные нигде не были озвучены без желания этого человека. Права детей. Очень важно. У нас как раз был День защиты прав детей. Это очень важный момент. Противодействие дискриминации.
То есть все вопросы, которые касаются в этой области, мы их разбираем, мы на них реагируем. Доступ до публичной информации, как мы уже говорили, и, само собой, таким отдельным блоком важным идет как национальный превентивный механизм. То есть защита прав человека, который не в состоянии свободно передвигаться в этом направлении. Вот эти основные блоки, основные киты, на которых мы действуем от уповноваженого Верховної Ради по правам человека. Ми дякуємо вам, що сьогодні звітали до нашої студії. І наостанок я пропоную знову ж таки нагадати нашим телеглядачам, за якими номерами та за якою адресою вони можуть звернутися для того, щоб ви змогли допомогти їм захистити їх права. Ну, насамперед, це вулиця Космонавтів 61, це другий місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги. Прийом ведеться кожен вівторок з 9 годин до 13 годин і кожен четверг з 13 години до 17 години. А також є робочий номер телефона, мій особистий, 066-024-95-10. Тобто можете подзвонити, записатися, наприклад, на прийом, або просто проконсультуватися, дійсно, чи є тут проблема якась, яку вирішуємо ми. Для того, щоб ви не витрачали свій час, не їздили до мене на особистий прийом. Ну і Большая Морская, 70, телефон 093-65-65-400. Прийом производиться по п'ятницям во второй половине дня с 14.00 до 18.00. Естественно, то есть если возникла какая-то срочная необходимость, также можно звонить по этому телефону, и реакция будет соответствующая. То есть это не значит, что только в эти дни мы принимаем. Дякуємо вам, що завітали сьогодні до нашої студії, що розказали і поділилися з нашими глядачами, що їх права мають змогу бути захищеними, і в цьому їм допоможе ваша команда.